Ну, так. И сейчас вот тут, извини, конечно, без микрофона, но хотелось бы еще порассуждать на тему натуральности. То у меня, кстати, жужжит микроволновая печь, греется покушать. На тему натуральности. Вот многие люди употребляют этого слова, но что они вкладывают в это понятие? Непонятно. Что такое натурально? Натуральные продукты, натуральные я, без химии там, без всяких других веществ и так далее, примесь и тому подобное. На самом деле это не совсем корректно, потому что мы натуральными быть по своей природе не можем, потому что для строительства своего тела мы все равно используем компоненты других объектов, других живых существ, животных, растений. Мы все равно употребляем пищу, что-то для того, чтобы строить свое тело. А в свою очередь то, что мы употребили, оно тоже либо съело кого-то, либо потребило что-то. То есть оно тоже может не являться натуральным. Так что, ну как-то так. В общем, я надеюсь, вы поняли ход моей мысли. Вот. И вот эти вот натуралисты всякие, которые там что-то там трезвонят о натуральности, типа там этот самый, туда-сюда. Вот. Задайте им вопрос, спросите их, что они вкладывают в это понятие. Вот так вот.